Согласие пациента. Главный инфекционист Югры Людмила Катанахова рассказала съемочной группе телеканала «Сургут-24» о первых результатах лечения заболевших коронавирусом препаратом «Авифавир». Напомним, это лекарство – отечественная разработка, которая специально была создана для борьбы с ковидом. Медикамент узкоспециализированный. В аптеке любой желающий его купить не сможет. В Югру «Авифавир» приехал в начале июля и был доставлен в крупные ковидные госпитали, в том числе и в Сургутскую окружную клиническую больницу. Людмила Катанахова отметила, что препарат назначают только пациентам с тяжелыми и среднетяжелыми формами заболевания и только с согласия самого больного. Лекарство имеет противопоказания и побочные эффекты, однако те, кто сегодня принимает «Авифавир», на отклонения не жаловались. Ничего нетипичного не зафиксировали и врачи. Пациенты отмечают улучшение состояния через несколько дней. Уменьшаются такие проявления, как астения, слабость. Но говорить о каких-то, глобальных результатов еще рано. ПЦР-лабораторию первой городской поликлиники Сургута, где делают анализы на коронавирус, поступило новое оборудование. Это амплификатор, который необходим для количественной ПЦР, используется на последнем этапе диагностики инфекции. Техника проста в использовании, вместе с тем достаточно мощная, работает в режиме реального времени. Сейчас идет установка и подготовка к запуску амплификатора. Отмечается, что он необходим для поддержания мощности лаборатории и высокого количества исследований. Добавлю, что с момента открытия специализированного отделения в первой поликлинике прошло 3 месяца. За 90 дней специалисты выполнили более 26 тысяч исследований биоматериала на коронавирус.